Полгода назад, в июне, за счет средств городского бюджета был осуществлен ямочный ремонт асфальта на улицах Гулия и Джонуа. А в октябре здесь же развернулся капитальный ремонт водопроводной сети и канализации, но уже за счет инвестпрограммы. Работы проводятся также на улицах Абазинская и Гумская. И, по словам замначальника управления капитального строительства Демира Гамисония, скоро будут завершены. По улице Гумской работы полностью завершены, положен новый асфальт. По улице Джонуа, Абазинская и Гулия работы ведутся. По системе водоотведения работы полностью завершены. Сейчас ведутся работы по водоснабжению этих улиц. На данном этапе процентов 80 мероприятий уже реализовано. В течение 15 дней мы ожидаем полное завершение и, соответственно, будем вводить объекты в эксплуатацию. Подрядчиков выбирали, исходя из наличия в компании инженеров-строителей и спецтехники. Работы выполняют компании «Астория Аквасервис» и «Лига-1». Общая стоимость замены труб на четырех улицах – почти 50 миллионов рублей. Заказчиком выступает управление капитального строительства. Оно же осуществляет технадзор. В данном этапе управление капитального строительства осуществляет технический надзор за качеством строительства, проводятся работы по опрессовке водопроводов, то есть все испытания, соответствующие акты по формам заполняются, то есть объекты находятся под тщательным контролем, и на протяжении всего времени мы очень внимательно следим за процессом, как технологическим, так и финансовой составляющей процесса. После того, как трубы заменены, ремонтники засыпают их песком, а затем новым грунтом с балластом. Перед тем, как положить здесь асфальт, грунт должен утрамбоваться. Благоустройство этих улиц продолжится за счет средств инвестпрограммы в следующем году. В 2021 году планируется система ливневой канализации на этих улицах и устройство асфальтобетонного покрытия. Ориентировочно это будет у нас середина года, так как те работы земляные, которые проводились на протяжении всего текущего периода, они должны у нас утрамбоваться, устояться, и после этого будут проведены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия. Иными словами, асфальт на улицах Джону, Агулия и Абазинская не появится в ближайшие полгода. А это значит, что движение по ним будет затруднено, а жителям близлежащих домов предстоит терпеть грязь и пыль. Мы сами ездим по этим улицам и испытываем те же неудобства, но просим горожан отнестись с пониманием. Мы стараемся, чтобы условия в нашем городе улучшились и всем было комфортно, подчеркнул Демир Гамисония. Надежда Боровикова, Торни Камичпа, Абаза ТВ.